Давно хотел рассказать вам о нашей реке. Речка называется Серёна, протекает недалеко от нашей деревни. Это самая чистая река Калужской области. Здесь есть даже такая поговорка: если хочешь окунуться во всех источниках, окунись в Серёну. В нее впадают источники Шамардина, Клыкова, Ильинского и других сел. Вот такая красота. Вода чистейшая, можно пить. Очень красиво. Я пришел на рыбалку. К сожалению, поймал только одну маленькую клейку. Рыба есть, но она очень пугливая. Вот очень тяжело ее поймать. Здесь очень много уток диких, но, к сожалению, когда пришел, распугал. Вот такая у нас красота.